Добрый день снова. Здравствуйте, друзья. У меня опять выпала огромная возможность и удовольствие поговорить с замечательным, светлым, умным человеком. Спасибо, мне приятно за такие прекрасные слова. Благодарю, да. Венета. Это человек, которого я уже заметила, как только вступила в Коралловый клуб. Он создатель Академии здоровья, Андрей Гуреев, который создавал Академию здоровья вместе с нашей, с нашим врачом Ольгой Бутаковой. И я хотела, чтобы он поделился с вами со своим рассказом, со своей историей, почему, кто он вообще, он такой, у него настолько много специальностей, он столько учился в жизни, и как он попал здесь, и его видение. Хорошо. Я очень хотела, чтобы он поделился. Да. Спасибо, Венета. Я бы еще хотел сказать, прежде чем мы перейдем к серьезной теме, я хожу с более серьезной еще темы. Дело в том, что все наше общение – это люди. И вот люди, те, которые в нашей компании, которые приближаются в нашей компании, это такие прекрасные люди, с которыми общаться одно удовольствие. Когда Венета меня попросила пообщаться с вами, друзья, поговорить о том, что нас интересует, почему мы в Коралловом клубе, какое будущее у Кораллового клуба, я просто прекрасной женщине не мог отказать. Во-первых, это просто красивая женщина, во-вторых, это серьезный лидер, который помогает большому количеству людей решать свои задачи, кому-то по здоровью, кому-то зарабатывать достойные деньги, это очень здорово. И вот это вот и есть Коралловый клуб. Я об этом чуть расскажу чуть подальше, да, но в конце все хочу еще раз сказать, что Коралловый клуб – это мы с вами. Вот какие мы есть, такие к нам приходят люди. Вот Виля сидит напротив, ее не видно, да, это тоже человек из нашего круга, я бы так сказал. И Коралловый клуб – это клуб, который объединяет большое количество позитивных, радостных, светлых людей. Главная задача, которых это помогать людям решать задачи. Есть задачи, связанные со здоровьем, есть задачи, связанные с бизнесом, с деньгами. Ну вот, я немножко расскажу свою историю. Она, с одной стороны, может быть простая, а с другой стороны, не очень. Дело в том, что мне уже много лет, я уже много лет на пенсии. Я не знаю, какой в Латвии уход у мужчин на пенсию, выход во сколько лет? 65. Ну вот я уже даже по латышскому возрасту я уже бы вышел на пенсию, уже бы 2 года был. Вот. Поэтому, ну, я знаю, что сделать, чтобы жить здоровым еще долгие годы. И потому что, с одной стороны, это, конечно, Коралловый клуб с его возможностями, ну, а с другой стороны, просто отношение к жизни. Это мировоззрение, это радость, это желание помогать людям вот, решать свои собственные задачи. Ну, я бизнесмен, я давно занимаюсь бизнесом, еще, ну, в период развала Советского Союза. Мы не будем эту тему обсуждать, но вот были периоды, у нас это называется лихие 90-е. Я попал в ситуации, когда очень серьезные деньги сначала были, бизнесы, а потом крах, обвал. Кто помнит, если кто-то помнит золотые цепи, вот это все, я сидел в подвалах. В общем, были очень неприятные моменты, был серьезный стресс, и тогда я получил инфаркт. Инфаркт, причем рубцы на задней стенке, а неправильный образ жизни, неправильная еда, неправильный алкоголь, стресс, это все привело. Ну, во-первых, я был больше 100 килограмм весом, доходил, да, до 110 килограмм, 56-го размера был. Очки я еще со школы носил. И вот, представляете, в 40 лет, вот 93-й год, в 40 лет я получил инфаркт. И если бы я вот не взял себя в руки, не понимал, что делать, чтобы быть здоровым, наверное, бы сейчас с вами я бы уже тут не находился, да. Но, слава Богу, что ответственность за свое здоровье, вот то, что, чему мы обучаем наших людей, кто к нам приходит, отвечать самим за то, что есть в этой жизни. Где есть здоровье, где есть общение, где есть путешествие, где есть деньги. Деньги тогда, когда мы помогаем людям, это позволило мне решить свои задачи. Вы, может, не поверите, но вот есть такая, кто-то знает велоэргометр, когда под нагрузкой мы крутим педали на велосипеде и снимается кардиограмма. Да. Несколько лет назад, я, будучи в Красноярске, у меня структуры в 10 странах мира, 10, наверное, уже, да, и врач-лаборант, который снимал, значит, мне вот датчиками обклеивал кардиограмму, он говорит, молодой человек, у вас, говорит,
не было инфаркта. Я говорю, как? А он мне говорит, аппаратура не видит. Да. Вот я желаю, да, я желаю вот всем вам решать так свои задачи, чтобы вот те проблемы, которые возникают, уходили. И они со временем уходят. Я уже более 20 лет в коралловом клубе. Более 20. Поэтому, когда мы слышим результаты короткие у людей, там, за месяц, за два, за полгода, за год, это здорово, мы этому радуемся. А вместе с тем у меня очень длительный результат. Вот если кто-то знает, я думаю, здесь сейчас нас смотрят члены кораллового клуба, знаете такую коловату программу, да? Ну вот 47 коловат у меня уже, 47 коловат, да. Я настолько убежден в правильности вот этого концептуального подхода, концепции здоровья, где есть коралловая живая вода, где есть регулярное очищение, где есть правильное полноценное клеточное питание, которое позволяет каждому человеку решать свои задачи через обновление организма, через заправляемую регенерацию. И это очень здорово. Вот я решил свои задачи. Я зрение восстановил, у меня паспорт, фотографии уже не меняется там в очках, а права уже вот два раза менял уже без очков. То есть специальные упражнения и, конечно, наше питание, где а есть вода. Было? Минус 2,5, минус 3. Да, я читаю без очков, за рулем без очков. Все хорошо в этом плане. Вот, давление нормализовалось. Это мне позволило много, ну, немного, 6 лет назад я был на Кайласе. Кто знает, это прекрасная гора на Тибете, место силы волшебное. Я много путешествую. Вообще был в 52 странах. Я как-то посчитал, что вот где я еще не был. Ну, в общем, мир очень большой. И коралловый клуб, он сам продукцию поставляет во все страны мира. Поэтому у нас у каждого есть возможность путешествовать, решать свои задачи, помогая другим людям. Ну, например, в этом году я зимовал на Таиланде, в Таиланде, да, вот на Самуи. Давно мечтал, обычно езжу, ну, 1-2 недели. У меня шенген 5-летний, поэтому в Европу я в любое время могу поехать. Ну, часто путешествовал, уже на 5 лет получаю. Вот, а, ну, на длительную поездку ни разу вот так вот не был. Вот в этом году Таиланд, зимовка, и это не просто отдых, а это возможность грамотно сочетать отдых, хорошие условия вместе с работой. Я начал осваивать онлайн технологии. Венета в этом плане такой примером является. Я смотрю, как здорово работает через Facebook и помогает вам, помогает тем, кто еще придет, решать свои задачи, используя онлайн-технологии. Тут для нас пример. Вот. Ну, главное, что каждый это может использовать для себя, применить, не обращая внимания на возраст, не обращая внимания ни на что. Вот когда пришел к нам, а я занимался бизнесами, когда я познакомился с Леонидом Августовичем Лапом, это был 99-й год. В это время я тогда жил в Нижнем Новгороде, вот, недалеко от Москвы, 500 километров от Москвы. Вот, у нас с Ольгой Алексеевной Бутаковой была своя фирма, свое предприятие. Вообще у меня было несколько бизнесов. Там были кафе, магазины, в общем, много всего было. И пришел, да, и пришел коралловый клуб, и вот с тех пор мы сначала работали параллельно, как пытались и то, и другое сделать. Но когда 2-3 года прошло, вот начало 2000-х годов, люди начали получать очень хорошие результаты по здоровью, используя концептуальный подход, используя концепцию здоровья, я понял, что можно больше не распыляться, можно сконцентрироваться именно на этом направлении, помогая людям решать задачи, и при этом мы понимали, что необходимо людей обучать. И мы с Ольгой Алексеевной организовали Академию здоровья. Раньше она называлась авторская школа Гуреевой-Бутаковой, это было до Кораллового клуба, потому что у нас была своя сетевая компания региональная, мы обучали своих дистрибьюторов. Вот, а потом мы перешли в Коралловый клуб, и вот с тех пор это стала Академия здоровья. И обучено уже десятки тысяч людей именно технологиям сохранения и восстановления здоровья. Это очень здорово. Потом у меня были еще моменты связанные, ну, есть такой Российский государственный медицинский университет, там была открыта кафедра восстановительной медицины, я замзав кафедры, доцент, кандидат наук. Ну, это та часть, которую можно людям не повторять. Это можно, ну, каждому что-то решать. А вот что можно повторить? Повторить можно отношение к жизни, повторить можно концептуальный подход, который позволит каждому решить свою задачу. Повторить можно через помощь людям зарабатывать деньги, да, и чем больше помог людям, тем больше денег. Ну, замечательно. Об этом только мечтать приходится, потому что очень часто бизнесы связаны с тем, чтобы в ущерб людям получить деньги. А у нас, и особенно это коралловый клуб, и сетевой маркетинг,
маркетинг. Чем более успешны наши люди, кто-то по здоровью, кто-то, как твои партнеры, хорошие деньги зарабатывают, тем больше наши деньги. И для меня сетевой маркетинг, я этим занимаюсь уже очень давно, с 95-го года, в общем-то. Это у меня были, потому что свои компании, да, я их организовывал, еще жил я в Новосибирске, в Академгородке. Ну, много всего было в той жизни. И сейчас это коралловый клуб. Вот уже больше 20 лет коралловый клуб. И я настолько убежден, что все правильно, путь правильный. По крайней мере, мои результаты по здоровью, по бизнесу, по жизни, по отношению к жизни, путешествия, которые есть. И каждый это, ребята, может сделать. А у вас есть хорошие наставники. Вот я понимаю, что сейчас вы слушаете Винету, да, смотрите на нас. И вы понимаете, что Винета уже человек, который не просто показывает путь, а уже прошла по этому пути, идет дальше и помогает именно вам решать задачи, то есть тем, кому это может быть интересно, тем, кому хочется самим развиваться. У нас сейчас наступает непростой момент. Я понимаю, что Европа закрылась, у меня были планы сразу после Дубая. Мы сейчас в Дубае, привет из Дубая. Тут у нас, вот там вот солнышко, там вот море у нас 100 метров отсюда, можно будет потом показать. Ну, наверное, вы уже смотрели прямые эфиры, да, прямые включения Винеты. И предполагалось, что после вот Турции, мы должны были в Турцию ехать для золотых, а потом я хотел на пару недель по Европе путешествовать. Я был в ноябре в 7 странах, мне очень понравилось вот в прошлом году, и решил после Таиланда еще раз проехать. Ну вот, жизнь вносит свои коррективы. Вы знаете, всегда можно найти то положительное, что есть в каждом ситуации. Ну, например, сейчас страны изолированы, да, людей всех по домам. Так классно! Это говорит, что все бытовые мы убираем в сторону и переходим на онлайн-технологии. Винета здесь большой специалист. У нас есть такой ранг, кто знает, да, мастера. Значит, серебряный мастер компании, это высокий ранг. Или это дабл, уже дабл, дабл. Нет, я уже золотой. О, слушай, я поздравляю. Я очень уважаю, видите, скажу прямо, люблю Винету, да, вот, может быть, она об этом не догадывается, да, но вот золотой мастер – это человек, который помог уже как минимум трем людям стать мастерами и зарабатывать там уже не 200-300 евро, а уже тысячи, 2-3 тысячи евро, да, вот люди, которые начинают получать хорошие деньги для жизни, могут получить бонус недвижимости, могут получить квартиру, и это дает коралловый клуб. И коралловый клуб – это та возможность, которую открывается каждому. Каждый может найти, особенно с мудрыми, с опытными наставниками, уже прошедшими пути. Они помогут вам пройти по этому пути, решить задачи. Да, ситуация непростая. Да, весь мир, коронавирус, боятся. Нам запретили эти слова использовать. Да, не будем повторять еще раз, что здесь такое существует. Ну, важно другое. Важно, что у нас есть концептуальный путь, который помогает. На первое место у нас выходит защита. Да, как предохраниться от этой вот инфекции, да, у нас есть возможность, когда люди перестают, теряют работу, там, перестают, у нас есть возможность зарабатывать достойные деньги, находясь в любой стране мира, неважно, Прибалтика, даже это, дома. даже дома, да, в любой стране, пожалуйста, всегда найдутся те, кому нужна наша помощь, и мы не просто показываем путь, мы помогаем идти по этому пути, доходить до результата, потому что в этом наша миссия, и я прошу прощения, я как-то вместо интервью стал разговаривать, да, очень хорошо, да. Спасибо, спасибо, да. Эфир. Спасибо, Винета, да. Вот, и я что хочу сказать, что, ребят, если кто-то еще не в коралловом клубе, у вас есть потрясающая возможность узнать, что это такое, узнать более подробно, обратиться к Винете напрямую, посмотреть, как люди получают свои результаты, решить задачи не только по здоровью, но просто по хорошей, радостной жизни, в котором есть путешествия, в котором есть прекрасное общение. Вот я не знаю, как сейчас в Европе, я думаю, что не очень радостное ощущение там у людей, наверное, вы тревожитесь. Наверное, вы где-то заботитесь об жизни. Мы тоже понимаем, что это непросто. Но вот вы знаете, мы здесь общаемся. У нас было около там, больше 100 человек, лидеров из разных стран. И мы понимали, что ситуация непростая. Но мы, общаясь друг с другом, поддерживаем, даем энергию, даем поддержку не только нам, но и нашим людям, которые живут во всех странах, практически во всем мире. И это коралловый клуб. Коралловый клуб, который помогает каждому решить свою задачу, увидеть путь восстановления здоровья,
здоровья или укрепления здоровья, увидеть путь хорошей, радостной, качественной жизни, где есть деньги, где есть хорошие друзья, где есть хорошее общение, где есть просто жизнь. Вот эту качественную жизнь я искренне желаю вам, тем, кто смотрит, кто еще и потом, может быть, записи увидит. Я желаю, чтобы все у вас получилось, потому что возможности открыты для каждого. Кризис, говорят, что это, с одной стороны, упадок, а с другой стороны, это возможности. У нас возможности, и, пожалуйста, подключайтесь, приходите, будем рады хорошим людям. А я так понимаю, вы смотрите, значит, вы хорошие люди, иначе бы вы не пришли на этот прямой эфир, и тем, кто в записи посмотрит, да. Вот, я желаю вам решить свои задачи, будь то здоровье, или это по бизнесу, или путешествия, вот, и стран очень много, везде можно решить то, что вы хотите. А Коралловый клуб очень мощная организация, очень мощная компания, которая технически помогает всеми доступными средствами, и продукции, и сертификации, все легально, все законно. У кого-то, может быть, слово «сетевой маркетинг» может отрицание вызывать, но на самом деле это просто стереотипы человеческие. У нас все по закону, все легально, с налогами, мы платим налоги, и компания платит налоги, то есть все официально, и это бизнес, который бизнес для людей, бизнес человеческого общения. Включайтесь, и вы получите то, что хочется каждым хорошим людям. Я, да, Винит. Очень большая благодарность, Андрей. Спасибо, что вы были с нами и высказали свое позитивное мнение. Я думаю, что люди это оценят. Спасибо. Очень Винита. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Да, будем уже заканчивать. И искреннее желание помочь вам, помочь вашим близким, родственникам, семьям, да, вот то, чтобы вот этот не просто момент пережить, а именно радостно, позитивно, ну, может быть, не столь радостно, да, все-таки есть не такие для огорчения, но спокойно, стабильно, понимая, что впереди настоящее, хорошее, светлое будущее. Будьте успешны и здоровы вместе с нами. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Будьте позитивны и сохраняйте покой, любовь к людям и передавайте знания дальше. Спасибо.